В городе некоммерческий сектор развит очень сильно, где-то примерно порядка 600 организаций, которые занимаются разными направлениями, от патриотизма, демографии, благоустройства, бездомных животных, ну и много-много чего другого. Очень интересные проекты, мы пытаемся сделать наш город лучше и комфортнее жизнь наших замечательных ветеранов. У нас сейчас замечательный проект старшего поколения «Детсад». 6 ветеранских групп приобретают навыки кружевоплетения, рисования, танцевального искусства.